16 ноября на юге Кузбасса будет пасмурно, местами выпадет снег. Возможны слабые геомагнитные возмущения. В Прокопьевске ночью минус 4, минус 6, днем минус 2, минус 4. В Осинниках ночью минус 5, минус 7, днем минус 3, минус 5. В Мысках ночью минус 4, минус 6, днем минус 4, минус 2. В Междуреченске ночью минус 5, минус 7, днем до минус 4. В Шерегеше ночью минус 7, минус 9, днем до минус 6. Ветер до 16 метров в секунду. В Новокузнецке во вторник ожидается пасмурная погода, пройдет небольшой снег, ветер 10 метров в секунду. Температура ночью минус 4, минус 6, днем минус 2, минус 4.